Всем привет, с вами SivPro, и сегодня мы покажем карту DS2 для Майнкрафта Pocket Edition. Ну что ж, после установки данной карты мы появляемся вот в таком месте, где у нас стоят сундуки, и нам предлагают залезть в сундуки, забрав оттуда аптечку, оружие и броню. На другой стороне то же самое. Да, здесь можно играть с компанией. Ну что ж, у нас есть точка Б и А. Мы пойдем сюда и посмотрим, с чего у нас начинается карта. Но если я не ошибаюсь, то карта на ПК, ну вообще в КС, начиналась точно не так. Ну, я уже узнаю эти родимые места, где мы стреляли, убивали, также убивали меня. Да, здесь все сразу узнается, да? Наверное, многие играли. Нет такого человека, который не играл в КС. Или не знает, что это такое. Да, да, вот здесь за этими, так сказать, ящиками мы прятались. Туда спускались террористы, когда прыгали. Да, это все очень знакомо. Можно сказать, тоже ностальгия о карте. Скачиваешь карту и сразу вспоминаешь КС. Да, очень знакомо, очень прямо знакомо. Просто до слез, можно сказать. Здесь они появляются. Смотрите, вот наверху, да, ну вот да. Вот здесь мы появляемся, типа того, и начинаем играть. Но карта маленько, так сказать, изменена автором, потому что на карте не должно быть того, что здесь есть. Ну да, вот здесь они начинают. Мы начинаем как бы играть с своими друзьями или с кем-то еще. Ну что ж, здесь по идее вот такого хода не должно быть, да? Наверное, вы играли, и такого хода я сам даже не видел, поэтому карта маленькая изменена. Но вот этот вход я точно помню. Да, по идее все очень знакомо, я повторюсь еще раз, но это просто ностальгия о этой карте. Карта верно сделана по CS 1.6. Потому что в Гоу там уже стоят машины. Ой, ну да, и Гоу, и Сурсы. В Сурсе там тоже стоят уже машины. И там уже, можно сказать, мы как будто стреляем в городе. У нас идет война в городе. А эта карта, наверное, сделана 1.6. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.